Ну что, он не блефует? Все в порядке, Ахмед. Все совпадает. Данные подтвердились. Я работал вместе с ним, и у меня сложилось достаточно благоприятное впечатление. Кроме того, у него очень хорошие воины. Стрелять из пушек иногда бывает недостаточно. Но думаю, мы можем заключить сделку с ним и его людьми. В данном случае дело более тонкое. Я бы сказал, требующие не только определенных навыков, но и ума. Подожди. Я забыл там очки. Thank you.
Ты хоть по-ихнему чего знаешь? А то. Прибалтика, понял? Лёня, много не пей. У тебя и так права палёные. Заткнись. Мне после вчерашнего просто необходимо, понял? И местные менты без вызова не приезжают. У тебя батарейка случайно есть? А то. Держи. Маловато. Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то... Опасно у нас с тобой работа, Федя. Ходим по лесу, что-то ищем. Ничего-то, а военные раритеты. А что опасного? Вот приемник откопали. А кто меня вчера чуть на мине не подорвал? А у кого в коляске 20 килограмм немецкого... Тише. У кого в коляске 20 килограмм немецкого тротила? Тише. Все Эстонии. Типун тебе на язык. Сплюнь. Неправильно. Правильно. Это неправильно. Правильно. Да сюда! Честь. Вот этот конец. Сюда. Не сюда. Сюда. А вот этот конец, Федя. Не сюда. Сюда. Сейчас послушай местную волну. Задание выполнили хорошо. Молодцы. Конечно, вся информация в компьютере оказалась зашифрованной, и сейчас наши дешифраторы ее Короче говоря, раскурочивают. Так что первые данные уже есть. Но я вас не за этим, собственно говоря, сюда позвал. Кат оглесцепта сильте педес рейзи эст. Уздевиндес метайс гадом бедерс генералс. Не забыл язык-то? Ну, а как насчет того, чтобы за казенный счет провести пару-тройку дней в Риге? Наша задача. Узнаете? Конечно. Это Дмитрий Иванович Павлов. Человек-легенда. Знаменитый диверсант и один из основателей спецназа. Правильно. Ему сейчас лет 100. 80. Скоро стукнет. Юбилей. Но старик еще в форме. Так вот, поедете в Ригу с ним повидаться. В Ригу на юбилей. Вот это задание. Класс. В 84 году Дмитрий Иванович вышел в отставку и поселился на родине, под Ригой. После развала Союза получил российское гражданство, но жить остался в Латвии. Полгода назад в Риге во время парада бывших эсэсовцев ввязался в драку с фашистующими сопляками и сломал пару носов. Наш человек. Ну и я про то же. Короче говоря, вкатали ему 3 года. Это за сломанный, это поганый фашистский нос. Мы с товарищами посоветовались и пришли к выводу, что если Дмитрий Иванович случайно покинет территорию тюрьмы и окажется на территории России, то это будет самым наилучшим выходом и для него, и для латвийской стороны. Но тихо, аккуратно, культурно. Латвия все-таки. Это понятно, как всегда. Без жертв. Есть без жертв. Вопросы есть? Чисто технические.
Ну, а если технические, то это к Василию Михайловичу. Он чем сможет, поможет. Куда теперь мы приехали? А? Мы здесь. Карту переверни. А? Карту переверни, кверх ногами держишь, штурман. Знаю. Еще 100 метров вперед. Поехали. Не заводится? Так, наверное, бензин закончился. Точно закончился. Так надо залить. Так надо. Ты какую канистру взял? Какая была, такую и взял. Как она, косяк? На, понюхай. Ой, как хорошо. Что хорошо? Как мы теперь поедем? Это ж мотоцикл, а не ты. Нахрена ему портфель? А может, он и на нем поедет? Не поедет. Ну, что так нервничать, Федя? Может быть, он... Не может. Значит так, мотоцикл оставляем здесь, потом его заберем. Хорошо. Ты знаешь, что бывает с теми, кто нарушает закон, а? А-а-а. Рад видеть тебя, Амир. Вы всегда появляетесь внезапно, господин эмиссар. Али проверит готовность бойцов. Мы с вами обсудим наши планы. Ну вот и чудненько. А ты нервничал. Вот сюда еще одну вот сюда ветку. Вот. Подними ветку. Вот. Теперь его ни одна собака не найдет. Веди меня, Сусанин. За мной. А что, Амир, вы действительно прячете здесь настоящих сектантов? Идеальная маскировка для нас. Лагерь зарегистрирован на сектантов, как на религиозную организацию. Здешние власти не суют нос, боятся, что их обвинят в религиозной нетерпимости. По-моему, все прекрасно. А где мы прячем присылаемое оружие и боеприпасы? На карьере, сразу за лагерем. Естественно, есть охрана. Хитро, Амир. Хитро. Мне приятно, что наши деньги и ваши усилия не пропали зря. Вам придется в этом убедить не только меня. Мы готовы выступить хоть сегодня вечером. Именно это вам и предстоит сделать. Через 3 дня из Лондона в Ригу прибывает вот эта дама. И кто это?
Герцогиня Йоркская. Двоюродная сестра королевы Великобритании. Это вам. Герцогиня? Зачем она нам? Зачем? Нам иногда платят, Амир, за то, что мы делаем, а не задаем лишних вопросов. Герцогиня двигается транзитом через Ригу в Россию, что особо приятно, двигается частным автопробегом. Ну и? Вам нужно взять ее в заложники. Мы выдвинем требования о достойном обмене английскому престолу. Я надеюсь, мне не нужно вам объяснять, на кого ее будут менять. Угу. Проволока там новая, не с той войны. Видимо, для проволоки, Федя, здесь идеальные условия. За последние 50 лет здесь не было никого. Ни людей, ни зверей. Ни дождей. Иди давай! Помоги! Что ж ты так много жрешь, Федя? Зарядить боевые. Первое отделение налево, второе направо. Бегом вперед! Бросай рюкзак! Поймают! Все равно отберут! Нет! Не отберут! Кажется, оторвались. Дабы мозгоклювые. Сегодня ночью вы со своими людьми пересечете границу. Детали операции уточним. Я лично буду ждать вас в резиденции Всекавказского общества. Оружие вы получите там. Мы так ничего не видели, мы не слышали, ничего страдаем. Да мы амнезии. Это что, тоже какой-то религиозный обряд? Что за бардак? Да вот, поймали двоих в лесу во время тренировки. Да замотали для верности. Говорят, ищут какое-то НЛО, а карты у них старая немецкая, еще с той войны. Сейчас мы их упокоим, чтобы шухера не было.
Вы хотите, чтобы власти стали искать здесь каких-то уфологов? Увезите их в лес, мешки не снимать. Промойте им мозги и попробуйте объяснить, что бывает за разглашение государственной тайны. Давай, давай. Объект находится в специзоляторе, здание которого построено еще в 18 веке. В это же время построена система канализации, которая связана с канализационными каналами города. Намек понял. Здесь вот помещение охраны, тут вот пищеблок. А где сидит Павлов, известно? Согласно агентурным данным, Павлов находится вот здесь, в северном крыле. В остальном должны разобраться сами. Жить будете на точке неподалеку. Оттуда вы можете спокойно следить за сменой постов охраны. Отлично. А из так называемых успокаивающих средств что будет? Ну, учитывая то, что тамошний персонал весьма дисциплинированный и питает большое уважение к документам, я предлагаю воспользоваться фельдъегерской почтой. Ну, просто, эффектно и безотказно. Слышал, а работать с такими письмами не приходилось. Ну, в любом случае, действие целенаправленное. А какой диагноз поставит патологоанатом? Ну, какой патологоанатом? Ну, что вы такое говорите? Ну, боже упаси. Ну, это же не наш стиль. У нас еще ни один адресат от этого не умер. Вот письмо от министра внутренних дел. При вскрытии вызывает легкий обморок на 30-40 минут. Письмо от министра юстиции. Опять же, при вскрытии письма острый приступ гастрита. И от начальника полиции при активации письма паралич верхних дыхательных путей. А вот это наша особая гордость, последнее достижение, вызывает эффект сильного алкогольного опьянения. Я думаю, что одного письмеца на всю тюрьму будет маловато. Ну, конечно, письмо имеет индивидуальное, целенаправленное действие. А вот этих баллончиков с газом хватит для того, чтобы через 5 минут все сотрудники тюрьмы были абсолютно пьяны, ну просто в стельку. И потом они никогда не докажут, что они не пили. И алкоголь в крови будет держаться минимум в течение 5 дней. А индивидуальная доза в одном экземпляре? Все спецсредства получите, Василий Михайлович, под отчет. Под отчет. А все остальное вам доставят по месту по прибытии. Пожалуйста, не перепутайте. Вот это ваши паспорта, документы и билеты на вечерний рейс до Риги. Помогите! Ты не утонул там, мозгоклюй? Ты не поверишь, что ты слепой, безглазый. Помогите! Козел! Ты, а? Кажись, сектанты! Прости меня, Господи, а? Да ты что? Ну? Мы же их, твари, предупреждали! Ну и куда ж направились ироды проповедовать? Бежи, Петро! Сейчас мы вас причастим! Добрые люди опять! Мы вашего главаря предупреждали? Предупреждали, чтобы за забор свой не выходить. Коли кого словим, причастим по-нашему. А правду говорят, что ихний главарь всех своих подшиться заставил. Мабуть и правда. Да говорят еще, что коли из них кто стопарь пропустит, то в конвульсиях
в судорогах ломается. Брехня. Чтоб мужик... С одной стопки в судорогах. Не в жизнь не поверю. Бэк, давай попробуем, а? Будет биться, нет? Нихуя. Давай попробуем. Проверим. Ну что, мой человек, готовы на научный эксперимент? Палец на правой руке постоянно запаздывает. Так я и разминаю. Мертвый сектор просматривается? Мертвый нет. Стоять! Прекрати! Спокойно! Не дергайся! Успокаивающий паралич? Могучая диарея. Внимание! Начальник тюрьмы собственной персоны. О, ну часы можно проверить. Быстрее, быстрее, мальчики! Надо все успеть почистить до пресс-конференции. Я представляю, какие морды были бы у журналистов. Застань они нас врасплох. Дороги хорошие. А вот на тебе. Ну, я же говорил, это не мой профиль, но какой из меня водитель? Профиль у тебя. Что надо, это точно. А не хотите ли перекусить, господа? Не отвлекайся, Алекс. Не отвлекайся.
Ну, динамитушка. С Богом. Передал? Да без проблем. Давай на исходную. Меня только один вопрос интересует. А насколько сильно он удивится, когда прочтет? Ну, сейчас и проверим, как у них скорая работает. Слушай, хотел тебя спросить, а откуда ты по ихнему балакать научился? У тебя что, предки из латышских стрелков, да? Да нет, я ж срочно в Дагу впился служил. Ну и как-то так само собой получилось. А предки у меня коренные, питерские. Понятно. Давай, на исходную. Приехали. Давай, госпожа Карина Маврина. Действуй. Это Юстас. Товарищ генерал, докладываю, операция началась. Наша организация не преследует никаких политических целей. Мы вообще вне политики. Насколько возможно быть вне политики в это сложное время? Мы просто боремся за простые права простых людей, которые, между прочим, везде попираются, везде и всюду. Особенно в современной России. А именно России принадлежит большая часть Кавказа. Вы не подскажете, как проехать на улицу Свободы? Таясь не по лабе. Прямо. Тогда покажу. Налево. Потом назад и по кругу. Спасибо. План перехват. Прибалты молодцы. 10 минут не прошло, что как тут. Перехвалили мы их. О, вторая, это наша. Давай ты! Хотел бы поблагодарить вашу свободолюбивую страну за то внимание, которое вы оказываете нашей весьма скромной деятельности. Дамы и господа, позвольте завершить нашу пресс-конференцию.
и пригласить вас выпить по бокалу вина. Пресс-релизы вы можете получить у меня. Господин президент, я представляю независимое информационное агентство «Свободный Кавказ» и хотела бы получить у вас эксклюзивное интервью. Ага, пожалуйста, вот пресс-релиз, там все написано о деятельности нашей скромной организации. Это совсем не то. Меня интересует ваша личность, а не организация. Интервью займет не более получаса. Давайте не будем при всех о моей личности. Как вас простите? Карина Маврина, господин президент. Я, пожалуй, смогу уделить вам несколько минут, если вас действительно беспокоят проблемы народов Кавказа. Да. Сегодня вечером, за ужином. Это все, что я могу для вас сделать. Я право не знаю. А я вам поверил. А я смогу воспользоваться хотя бы диктофоном? Я думаю, сможете. Вы меня заинтриговали. 8? Давайте позже. Некоторые блюда долго готовятся. До встречи. Господин доктор, господин доктор, все будет хорошо? Скажите, все будет хорошо? Доктор, доктор, это не сибирская язва? Жить-то будет? Фирма гарантирует. Минут через 30 очухается. А по виду не скажешь. Хорошо зафиксированный больной. В анестезии не нуждается. Это да. Ускорение. Скажите, куда вы его повезете? Клюнул? Бестактный вопрос, товарищ полковник. ФСБ зря зарплату не платит. Да, простите. Вопросов нет. Когда? Сегодня в 9. Где? У него. Лихо. Разговорщики, капитан. Впечатление? С ним в доме человек 10. По виду все наши клиенты. Ну, дом-то большой. Там можно народ спрятать. Что он, скорее всего, и сделал. Оружие там. В доме. Уверен, процентов на 85. 6. 5. Непонятно, зачем он так сильно рисковал, пригласив журналистов к себе в логово. Ну, это просто. Хорошее прикрытие для того, чтобы полиция в дом не сунулась. Учитесь. И теперь точно не сунется. Так что я предлагаю сегодня же вечером задействовать пожарных. Пожарная тревога? Интересно, интересно. Но причина? Из-за неосторожного обращение со взрывчатыми веществами. Как раз во время моего присутствия там. Маврина, опять ты за свое. Запомни, наша главная задача — внедрить тебя в его окружение. Вот именно, товарищ полковник. Надо, чтобы я ему жизнь спасла. Это на Востоке, знаете ли, ценится. Алекс. Да? Приготовьте даме сумочку. С-4 или С-8? Да. Так точно. Все по плану. Осмотрелись на местности, взяли языка. Начальник тюрьмы. Не-не-не-не-не. Жив и здоров. Даже любезно сообщил нам, где находится наш объект. А также расположение канализационных и вентиляционных каналов. Товарищ генерал. Павлова в карцер перевели за нарушение режима.
Так точно? Угу. Понял. Спасибо. Ну что? Как говорит наш большой друг, есть две новости. Хорошая и плохая. Плохая? То, что жить ты будешь. Ну, а хорошая? А хорошая, то, что жить ты будешь здесь, под белым роялем. Ну, а мы? А мы, как обычно, в канализацию. Ай, пили мы водку, пили наливку, ще й ми будем пить. Господь без братця буде сміять, за довго будем пить. Господь без братця буде сміять, за довго будем пить. Ты знаешь, Гоша, я тебе как казак казаку могу сказать. Я за эти цацки, если не настоящие, 20 за штуку отдаю. Ну ладно. Да я тебе за... Ой, волосы, волосы! Ну хорошо, я тебе за эти ордена 25 отдаю. Пу-пу-пу. Правильно, Федя. И пу-пу-пу за штуку. Мирочки, ребята, пу-пу-пу я вам не дам. Нет, ну, конечно, такой наглости они от нас ожидать не могут. Но во всем должна быть мера. Может, подождем пару дней, а? Да нет у нас пары дней. Дед говорит, что послезавтра сюда прибывает герцогиня Йоркская, двоюродная сестра королевы Великой Британии. Так что все меры безопасности будут усилены. Да и этого хорька, наверное, уже схватились. Да кому он нужен? Ха, подумай только, пропал высокий полицейский чин, а они даже ухом не пошевелили. В эфире тишь да покой. Местная специфика. Реакция замедленная, но всегда неожиданно. Знаешь, я его, наверное, все-таки пристрелю для верности. М? Пристрели. М? Хотя, думаю, не стоит. Да? Правда? Жаль. Сынок. Такая ночь. А мы все в тюрьму, да в тюрьму. Крест? Я. Грузите. Аккуратно.
Если что, заезжайте. Грузите. Батька, а Питер разве там? Пулемет? Питер, где? Там. Thank you.
Офицерам спецназа разведки, майору Азорину и капитану Крестовцеву поручено деликатное дело – выкрасть из рижской тюрьмы 80-летнего ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ивановича Павлова, осужденного за драку с фашистствующими молодчиками. В это же время в Риге работает группа агентов ФСБ во главе с полковником Силиным. Задача группы – внедрить своего агента в террористическую организацию «Великий джихад», которая легализована в Риге под прикрытием так называемого Всекавказского правозащитного центра. Боевики «Великого джихада» готовятся к террористическим операциям где-то в глубине Псковских лесов, недалеко от границы с Эстонией. Здесь, на территории бывшего пионерского лагеря, расположилась секта ревнителей «Длани Господней». В их руки случайно попадают черные следопыты Леонид и Федор, занимающиеся поиском старого оружия и других раритетов времен Второй мировой войны. Офицер ФСБ Карина Маврина под видом корреспондента газеты «Свободный Кавказ» появляется на пресс-конференции, которую проводит некий Омар, представляющийся президентом Всекавказского правозащитного центра, а на самом деле являющийся эмиссаром террористической организации. Карина очаровывает террориста и добивается его согласия дать ей интервью. Тем временем бравые спецназовцы берут языка, чтобы поточнее узнать расположение подземных коммуникаций, по которым им предстоит пробраться в тюрьму для освобождения Павлова. Черные следопыты, счастливо избежавшие расправы боевиков, попадают к местным казакам, которые приняли их поначалу за ненавистных сектантов. Но очень скоро следопыты и казаки находят общий язык. Братание заканчивается тем, что казаки загружают следопытов в поезд, который идет вовсе не в Петербург, где живут следопыты, а в Ригу. Павлов. Ужин. Как дети малые, ей-богу. Thank you.
такое ощущение, что этот хорек полицейский нас обманул. Разберемся. Так. По карте. Дождевой колодец с этим поворотом. А колодец выходит во двор тюрьмы. Понятно. Смотреть, как грубо попираются права народов Кавказа. Мне кажется, я уже много сказал. Достаточно? Но вы так ничего не рассказали о себе. А ведь мы договаривались. Я готов перейти к этой части нашей беседы после рюмки хорошего коньяка. Вы со мной? С удовольствием подержу. Но, уважаемая Али, вы не подскажете, где у вас дамская комната? Извините. Началось. А? Сейчас будет ставить взрывное устройство. Будем надеяться, что на этот раз Маврина не будет так рисковать. Шел в комнату, попал в другую. Мы с тобой не в тюрьму, а в гости к Богу попали. Уже? А я как-то не заметил. Ну и как там на том свете, а? На монастырь похоже. Монахи какие-то ходят. Черт. А вот чёрта в святом месте поминать не стоит. Тем более схема у тебя в руках. А не у него. Мы с тобой, кажись, поворот проскочили один. Поползли назад. Давай. А это вы что? Надо запомнить. Да. Вам, Карина, не надоели ваши вопросы? Мне да. Мы же не дети. Давайте на этот вечер забудем о служебных обязанностях. Попробуем поговорить, как мужчина и женщина. Я боялась, вы мне этого не предложите. Это да? Приятно иметь дело с умной женщиной. Ему под белым роялем долго и счастливо. Тревога! Тревога! Быстрее! Быстрее!
Как я зол. Дед просил без жертв. С чьей стороны? Вариант Б. Какой вариант Б? Психический. Балтийской архитектуры характерна некая тевтонская тяжеловесность, а в интерьерах присутствует пасторальная наивность. Именно это настраивает на лирический лад. Световая. Кажется, по карте нам надо было туда. Туда, так туда. Я ни черта не понимаю в архитектуре. Может, я плохой собеседник, а? Мужчины редко чувствуют такие тонкости. Мне кажется, здесь вы ошибаетесь. Мне так хочется поверить вам. А вы попробуйте поверить мне. Весело у них тут по ночам. Может, праздник религиозный? Грешно глумиться, ограбив храм Божий. А ты папе римскому пожалуйся. Да, папа. Да, папа. Да на работе я. Ну, в ночную смену, да.
Ну куда? Куда мы идем? Сдаваться? Ну уж хренушки, Федя. Русские не сдаются. В любом плохом деле, Федя, всегда можно найти хорошие. Как, например, ты и я. Не продолжай. Раз уж мы здесь, сам Бог велел позвонить. Сам Бог велел. Федя, а у тебя телефон отобрали? А? Кот, какой кот? Без кода, прямой. Без кода, прямой. 6-3-3-6. Одно. Ну-ну-ну. Тихо-тихо-тихо, сейчас. Тихо-тихо-тихо. Здесь Павлов. Поздний нот. Обедать. Ты посмотри только, какая красота. Что только не придумают люди, чтобы оказаться на свободе. Господин охранник, тарелка-то упала. Живи с полу, оккупант! Старшим. Как? Как можно жить без роуминга? Нет, как можно жить без роуминга? Федя, я всегда тебе говорил, что ты полный. Полный. Ладно. Так. Так, у меня же где-то адрес был. Где-то у меня был адресок. Какой? Кому мы все свое барахло сплавляли? Кому мы нужны? Без паспорта, без денег. Да здесь вообще паспорт не нужен. Особенно тебе. Ты сразу здесь сойдешь за лесного брата. Они теперь здесь в почете. Лесные... Пока ничего определенного сказать не могу. Ну, не мог я, товарищ полковник, перепутать. Это в лаборатории чуток ошиблись с дозировкой, когда спецупаковку делали. Чуток. Чуть дом в клочья не разнесло. Слава богу, Карина жива осталась. С8. Ну да, я понимаю. Мы все находились в гостиной. И больше никого в доме не было. Вы правильно понимаете, господин инспектор, дом такой большой. К тому же это не мой дом. Понимаю. Тогда откуда же взялись вот эти двое раненых с первого этажа? Это не ваши гости. Конечно, не наши. Давайте я попробую вам помочь. Я думаю, это... Садовник и повар мне про них много рассказывал. Хозяин дома. Ай-яй-яй, несчастные люди. А у меня был, так сказать, частный прием. Втроем. Али, мой телохранитель, он рядом всегда. Ну и к тому же... Вы знаете, при моей деятельности... Да-да, мы весьма наслышаны. И вы, конечно, не знаете, что в этих ящиках. Конечно, не знаю. В доме столько комнат, я обойти их не успел. А вы мне какие-то ящики. Там что-то ценное? Весьма. Там, видите ли, оружие. Очень современное.
И очень дорогое. Кстати, российского производства. Мне кажется, господин инспектор, что вы мне пытаетесь что-то сказать. Я только не могу понять, что. Это просто очень хорошее оружие. И оно изъято у вас. А вот это вам нужно будет еще доказать. Особенно учитывая общественный резонанс. А вы, собственно, кто? Карина Маврина, «Свободный Кавказ». Наша газета очень подробно опишет произошедшее. Равно как и предвзятые отношения полиции. Тем более я являюсь свидетелем этого подлого покушения на руководителя фронта. Скорее всего, устроенного русскими спецслужбами. Товарищ полковник, а лысый крепыш таки уцелел. Жаль. Недолюбливает он нашу красотку. А он ревнует ее к своему шефу. Ну, это мы переживем, хуже другое. Он его личный телохранитель. Весьма опытный, кстати. Но мы не до конца раскопали его подноготную. Ну и то, что есть, впечатляет. Думаете, придется нейтрализовать? Посмотрим. Крайние меры, они и есть крайние. В конце концов, мы в цивилизованной стране. И здесь возможен только несчастный случай. Товарищ полковник, несчастный случай – это не мой профиль. Профиль у тебя, что надо. Все, погрузили, поехали. Привет, Леонидов. Здравствуйте, Карлос. Кто это с тобой? Федорос. Партнер мой. А что случилось? Почему здесь? Мог бы и предупредить. Короче, сделай. Не здесь. А где? Не здесь. А где? Пошли. Пошли. Не слишком романтичный у нас получился ужин, но это жизнь. Не кокетничайте, Омар. Романтики мне сегодня хватило на всю мою жизнь. Кроме того, я получила сногсшибательный материал и познакомилась с таким человеком, как вы. Это я счастлив, что встретил вас. По-моему, идеальное внедрение получилось. Помолчи. Потом, если разобраться, ведь это вы меня спасли. Бросьте, это вы вытащили меня из пожара, а меня просто отбросило на вас. Отбросило на нас? Неужели это самые яркие воспоминания вечера? Скажите, не слишком смело с моей стороны надеяться, что мы закончим наш ужин. Если вы этого хотите. Воспоминания вечера. Идите в ресторан. Я сейчас приду. Сэр, мы все выяснили. Груз перевезли на полицейском фургоне в местную тюрьму. Там он останется как минимум до утра. Охрана... Амир, расслабьтесь. Все, Амир. Эту партию мы проиграли. Проигрывать надо уметь. Сейчас только идиот сунется в тюрьму. Нас именно к этому кто-то подталкивает. Я, Амир, хочу понять, кто. Поэтому сидим, пока тихо, мирно, не высовывайся. Через пару дней вернемся на базу, там будем думать, как встречать герцогиню. И никакого оружия при себе. Люди должны быть об этом предупреждены. Я надеюсь, вы меня понимаете, Амир. Все.
расходится. Ну, твой выход. Так, я присмотрю за Кариной, а с тобой встретимся, где договорились. Удачи. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где. А если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве, и вспомню о Москве. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них блестит садовое кольцо, а в них шумит садовое кольцо и летняя гроза. Заткните эту русскую музыку. Значит так, к делу. Что там у вас? Короче, Карлос, нам нужно добраться до нашего дома твоими партизанскими тропами. А я, в свою очередь, всю эту бодягу с партизанского склада отдам тебе со скидкой 10%. 20%. 20%. 15. Идет. И постоянную визу на одного. На двоих. Не буду спорить, я еще не видел того. Значит так, у меня встречное предложение. Да. Я доставлю вас в Россию, как говорится, без таможни. А вы для меня туда же доставите небольшой груз. Так. Собственно, на нем и поедете. На грузе? На грузе, что ли? Фактически. Это небольшой грузовик с грузом прекрасной китайской пиротехники. Я устраиваю коридор на границе для вас. А вы перегоняете грузовик по указанному адресу. Идет? Благодарю. Но это действительно пиротехника. Не гексоген? Никогда. Это действительно пиротехника? Кстати, очень выгодный бизнес. Да? Особенно, когда не платишь пошлины. Которые русские постоянно повышают. Так, по-моему, мы засиделись. Ну что ж, пора в машину. Thank you.
давай! Дорога главная направо! Твое дело рулить, а не думать, дальнобойщик хрена! О, сухой паёк! Оп! Блин, паёк и нет пайка! Шумахер! Сам бы и рулил! Там права. Я думал, после этого вы купите. Ты думаешь, у меня есть? С собой! Чегось? Товось! Нечего было от ментов драпать! Привычка, Фетенька, привычка! Давай, левей! Остановите машину! На карте гонит. Все. Выйдите из капота машины. Приехали. Всем выйти из машины! Руки на капот! На карте этого нет. Пошли нафиг все, менты поганые! Тихни. Здравствуйте. Угу. Куда прикажете? Нации Дарманы. Благодарю вас. Нации Дарманы. Вы очень любезны. Нации Дарманы. Феденька, нас приглашают, пошли. У вас архитектура, как у нас выбор нет. Покушение, я так понимаю, не удалось, да? Я же говорил, что я занимаю профиль. А что объект? Вот объект как раз бодр и весел. Там у него в досье не написано, что он работал автомобильным прессом. Нет? Не написано? Вот внесите. Ну, ничего. Работал. Ничего. Точно. Ничего, ничего. Ничего. Я своего тоже упустил. Ну что нам, за джипами что ли гоняться? Ну, сейчас подключишься, переговоры послушаешь. Вот это дело. Вот и доброе. Да-да, святой отец. Но так и есть. Блок Б. Диви муки, два монаха-доминиканца. Документы, слушай. Документы, пожалуйста. Мы ответственны лишь перед Богом, сын мой. У нас нет никакой собственности. Да-да, извините. Прошу, я вызову вам провожатого. А, святой отец, простите, цель вашего визита. Мы, сын мой, прибыли сюда для соборования. А что, кто-то умер? Еще нет. Простите. На всю волю Божия, сын мой.
кому свежий воздух. Недорого. Подъем. Наши в городе. Свои. Свои мы. Ага. Ты еще скажи, что пришли вы именно за мной. Я уже начинаю жалеть об этом. Сынки, я с незнакомыми мужиками куда не хожу. Армия России, 212-я отдельная рота, спецназ разведки. Чуть не убитый живой легендой. Да, выучка-то у вас не та, сынки. Кто командир? Дед передает привет. Он все еще носит эти буденовские усищи. А дед их никогда не носил. Ладно, сынки, зачет. Что дальше? Одевайте. Зачем? Веселящий газ! Федя, ты ничего не чувствуешь? Чувствую, валить надо. Да нет, отсюда. В воздухе ничего не чувствуешь? У меня нос заложен, но глаза уже щипят. Ты меня не понял. У нас вроде похмелье прошло. А они как пьяные. Ничего не пил. Ей-богу, не пил ничего. Поспать надо. Как хорошо. А что ты с ним? Не важно. Валить надо. Нам лучше не ввязываться. О, машина! Машина наша!
Ну, пошли. Что-то там не то, товарищ полковник. А что? Стреляют. Подумаешь. Тренируются, наверное. Дай! Наши целятся. Нет, ты видишь наших? Если он целится, значит там наши. Дай! Ладненько. Залезай! Хорошо. Дай! Поехали! Ты куда едешь, подконтроль? Наши кто-то взять! Да все наши ждать! Давай! Сюда! Сюда! Что в кузове? Пиротехника! Что за пиротехника? Как? Китайская! Да. Дмитрий Иванович, садитесь, пожалуйста, в кузов. И все! Быстрей! Товарищ генерал? Это Юстас. Докладываю. Задание выполнено. Молодец, Силин. Говоришь, внедрение успешно? Ну, посмотрим. Как Алекс? Профиль не пострадал? Жив. Ну, слава богу. Тогда перевозируйтесь в пункт А-12. И помните, игра только началась, все основное впереди. Ну, все, до связи. Алексу привет. Передам. Третий, ответь пятому. Они уходят. Впереди поворот на лесную дорогу. Сюда вот эту коробку. Есть. Ошибок трудных. Учись, Федя!
Хорошо. Сошел с трассы. Как слышите? Как слышите? Как у тебя с английским? Никак! Понятно. Ну что ж, будем считать, что это дымовая шашка. Давай в лес давай! Даю. Манлека. Извините, сдается мне, вы всю рыбу распугали. Всю. Извините, не хотел ее распугать. Вот. Да, мужики. Такой рафинированный идиотизм вполне может быть правдой. Как думаете, Дмитрий Иванович? То есть вас арестовали пограничники и отпустили? Да. Потом поймали казаки, посадили в поезд. Вы по пьяни переехали границу, встретили барыгу с товаром, который обеспечивал вам переход границы в обратном порядке, но попались полиции, так? Так. Святая правда, сынки. Такое не придумаешь. Где-то я вас, черные следопыты, уже видел. Стоять. А нас многие в Питере знают. И не только в Питере. Вы нас только там не сдавайте. Да, а? Да не сдадут. А че такие смурные-то, а? Я сейчас кому-то как вот... Так будете мне тут здесь. А чё веселиться? Да тише ты! А чё веселиться? Товар потеряли, отношения с барыгой испортили. Как главное, погранцы карту партизанского добра. А там такое количество формы вооружения. Эх, ерунда это все. Форма вооружения. Вот мы в 42-м немецкий танк закопали. Вот это дело. Нет, сначала спёрли. А потом законсервировали и закопали. А ты форма, амуниция. Какой танк? Да новый совсем для того года. И что? Что-что? Что с танком? Стоит. Ну, а кому он нужен? Стоит там же, наверное, мохом заросший. Дмитрий Леонидович. Иваныч. Дмитрий Иванович, у вас есть где в Питере остановиться, а? Ну? Извините, пожалуйста. А можем идти? Идем. Угу.